И возвращаемся к теме форума для журналистов про Забайкалье. Своим мнением о развитии региональных СМИ с гостями и участниками поделится генеральный директор Забайкальской медиагруппы Андрей Коптеев. Этот форум очень своевременный, потому что накопилось очень много проблем у СМИ, у власти, в отношениях между СМИ и властью, и обществом. Да? И в последнее время очень много говорим сейчас на всех площадках с правительством, с общественностью о том, что нужно формировать положительный имидж. Но пока у нас разговоры не получаются, потому что все сводится к тому, что виноваты во всем СМИ. Убивают, грабят, крадут из казны деньги. Во всем этом почему-то оказывается, что виновны СМИ. Потому что мы об этом говорим, потому что мы не можем об этом молчать. И вместо того, чтобы искоренять причины всего этого негатива, мы, власти, накинулись на средства массовой информации и говорят, что вот Забайкалье непривлекательно, потому что вы говорите о том, что здесь плохо. Ну, на самом деле, наша позиция не изменится. Если мы не будем говорить о проблемах, это не значит, что они сами собой рассосутся. Вот я бы хотел затронуть именно этот вопрос взаимоотношения между властью и СМИ. Да? И что нам, как нам дальше жить, как нам дальше существовать и находить какой-то конструктив, какие-то точки взаимоотношения. Поэтому я думаю, что очень будет интересно услышать коллег из федерального центра, да, много гостей будет из Москвы, из других городов, что они про это думают, как они формируют у себя, там, не знаю, имидж Москвы, имидж России, имидж Московской области или каких-то других городов. Может быть, мы действительно что-то делаем не так. Ну, посмотрим, поговорим об этом.